Какой сегодня день? День воскресный, день чудесный. Начинаем мы сразу с зарисовочки. Подходи, показывай. Вот смотрите. Такое ощущение, как будто мы приехали снимать выпуск про частный дом. Но нет, ребята, для того, чтобы вы почувствовали атмосферку, нужно открыть там на широкий угол. Вокруг нас многоэтажки, новостройки. И здесь во дворе у них остался один лишь частный домик, который человек отстоял и сказал: мне вот это вот все не надо. И на сегодняшний день, например, во дворе своего дома, во дворе многоэтажек, он ставит себе бассейн, организовывает, как говорят жители, баньку, то есть живет, наслаждается жизнью. Друзья, у нас вообще уникальная возможность. Знакомьтесь, Алексей. Вы владелец этого дома? Да, все верно. Слушай, вот на этом сейчас, можно с вашего позволения на ты? Да, конечно. Вот на этом мы сейчас построим просто изюминку выпуска. Это будет увлекательная зарисовка, но далеко не главная тема этого выпуска, для записи которого я отправился в Московскую область, город Пушкино, куда меня пригласила в гости молодая супружеская пара. Но один из главных вопросов, ответ на который я хочу подсветить в этом выпуске, звучит примерно так. Ваши доходы дают вам возможность ощущать себя в зоне комфорта? Вот именно такой опрос я сделал в телеграме канала. Какие ответы получились, я вам сегодня озвучу. Таким образом, досмотрев до конца, мы с вами сможем обсудить эту животрепещущую тему доходов, уровень жизни, доволен, недоволен, все хорошо или все плохо. В общем, друзья, сегодня будет интересно, сегодня будет увлекательно, сегодня будет что обсудить. Приятного просмотра, знакомимся с героями выпуска. Человейник, человейник, а здесь мы муравьишки. Знакомьтесь, Анастасия, одна из героинь этого выпуска. Настя, расскажи, пожалуйста, где мы находимся? Мы находимся в городе Пушкино, первый Некрасовский проезд, дом 9. Насколько я знаю, в 2018 году эти дома, ну, в частности, ваш, достроился, да, и да. Вы здесь покупаете квартиру. Внимание, ребята, однокомнатная квартира площадью 50 квадратных метров плюс лоджия. Прямо сейчас мы отправимся в гости. По цене 4 миллиона 69 тысяч рублей. Да, все верно. А расскажи детали, какой был первоначальный взнос и какую на тот момент вам дали ставку, срок, платеж? Первоначальный взнос, это был, значит, ноябрь 2018 года, нам с 15% 600 тысяч рублей. Мы берем на 30 лет. Ежемесячный платеж у нас 28 там, тысяч с копейками. Угу. Мы покупаем, но ремонт мы сразу не делаем. Угу. То есть она у нас почти год стояла, потому что мы жили на съемной. Но не делали ремонт первый год. Почему? Денег копили или что? Да, денег не было, потому что, собственно, на первоначальный взнос у нас тоже не было денег. У нас было в кармане 50 тысяч. И, в общем, а где взяли денег? Родители по 100 тысяч нам дали. Угу. И 300 мы взяли еще... долг. То есть смотри, у нас одна из фишек такая была в теме, что без папы мам. Да. То есть папа с мамой вам дали по 100 тысяч, да. И это на этом закончилась поддержка. Да, ну как бы живем не сильно богато, ну в общем тому, чему ничего есть, то мы тому и рады. В 2019 году вы делаете ремонт, сколько времени ушло на ремонт и вообще плюс-минус по деньгам, не помнишь, сколько вы вообще потратили? Помню. Планировали мы, что будем делать с сентября по март, но получилось так, что деньги были, и мы закончили, я вот фотку нашла, 15 декабря я уже сижу на полу в вымытой квартире. То есть Новый год уже, так сказать, было... Ну, Новый год был не дома, потому что дома не было ничего вообще, ни кухни, ни кровати. Нет, кровать была, это единственное, что мы смогли сами собрать, с кухней не получилось. Значит, смотрите, чем занимается Анастасия, чем занимается муж, где работают и так далее, мы это все обсудим, но давайте пойдем просто посмотрим, что ребята купили, что из этого получилось и вообще какие мысли, планы на будущее. Пойдемте в гости. Мы с вами заходим в гости, где я вам покажу однокомнатную квартиру здорового человека, вот по-другому я ее не назову. В тот момент, когда в Москве и по стране пошли вот этой популярностью студии 18 квадратов, 12 квадратов, какие-то вот конура вот такая. Вот, пожалуйста, смотрите, в 2018 году застройщик построил квартиру, где полноценная однокомнатная квартира 50 квадратов. Почему это круто, сейчас все поймете сами. Обратите внимание, а? Кроссовочки у блондина-то новые, Nike. А знаете, где их покупал? Ну... пусть это прозвучит пафосно, я их покупал в Дубае. Да, они давно у меня стоят, у меня там дома еще есть одна пара новых. Но все те, кто подписаны на телеграм-канал и помнят, какие недавно выходили посты, какой у нас будет следующий сюжет.
скажут: Дима, ты нам не езди. Заинтересовал? Залетайте по ссылочке в описании в Телеграм и все поймете сами. Значит, смотрите, все то, что вы сейчас увидите, вот это все подняли стены, поставили дверь, шкафы, мебель и так далее, включая технику, за все про все новое, 3 миллиона рублей. 2019 год, пожалуйста. Ну, первым делом, огромная прихожая. Для однокомнатной квартиры, соответственно, на двух, ну, может быть, на трех человек, более чем. Иди сюда. Вот здесь есть, как обычно, фишка. Я всегда люблю фишки в квартирах, когда приходишь, думаешь, ну, блин, что здесь интересненького. Смотрите, дверь. Как думаете, что там? Ну, первая мысль, наверное, либо туалет, либо вот такая гардеробная-кладовая. Ты посмотри, какая она огромная. Это просто-напросто мечта любой хозяйки, потому что здесь можно, вот, пожалуйста, вещи зимние висят, обувь здесь, сумочки здесь, продукты питания, которые не скоропорчащиеся, ну, там, вода, там, какая-нибудь каша, еще что-то, пылесосы и прочее, и уходит вообще до конца сюда. То есть, все, что нужно тебе для хранения вещей вот в таком помещении. Опять же, высота потолков в этой квартире 2 метра 80 сантиметров, если я не ошибаюсь. Они действительно высокие. Соответственно, при грамотном подходе вот здесь есть ниша. То есть, можно сделать дополнительные различные секции, полочки, шкафы, где все твои вещи запросто поместятся в одной этой гардеробной-кладовой. То есть, я просто чувствую по пространству, что там одеваешь, раздеваешь, да, но места много. Это действительно очень круто. На повседневке ты будешь этим только лишь наслаждаться. Заходим в ванну, но она огромная. Смотрите, она совмещенная, но она действительно большая. Полноценно. Мойся, душ, ванна сама и раковина, умывальник. Ее можно было бы сделать вообще еще больше, шире, двойную такую. Где, например, одна часть твоя, одна моя. Но в тот же момент здесь очень легко убираться. То есть, все, ты подошел. Полотенцесушитель, ну что еще надо? То есть, действительно большая ванна. Двигаемся дальше. Обратите внимание, в квартире проживают два домашних питомца. С ними мы вас познакомим чуть позже. Вот здесь такая зона разделения. Да? Слева у нас остается гостиная-спальня. Сейчас увидите, как это выглядит. А здесь кухня. Ну, действительно большая кухня. Ребята на данный момент проживают вдвоем. То есть, на двоих. Я просто вспоминаю себя, когда мы жили с женой в однокомнатной квартире, которую я сделал в студии 27,7 квадрата. Как было нам там хорошо, и казалось, о, здорово. И как здесь. Ну, здесь прям действительно вот полноценно. Это прям масштаб, размах. Вот я подчеркиваю, с точки зрения... Не в ее, когда вот не в ее, вот в приземленном формате. Естественно, можно начать мечтать о том, что да, правильно и хорошо, там на будущее, чтобы 100-150 квадратов было. Это здорово, но на все это нужны деньги. То есть, вы понимаете, кухня готова, все там, готовь, пари, вари, все, что хочешь делать. Выходим с вами на балкон, ну, он же, правильнее сказать, лоджия. Вот что мне нравится, он правильной формы, вот просто он прямоугольный, он широкий, все, что нужно, здесь легко помещается, нет никаких вот таких полукруглых форм, потому что сегодня, когда смотришь новостройки, что только не придумывают. Я некоторые планировки смотрел вот так вот, просто это... Я вам выведу на экран, но это просто жесть полная. Здесь же у нас высокий этаж, и таким образом у нас скрывается вид, можно сказать, панорама на... город. Детская площадка, парковочки, тот самый частный дом, который ребята видят летом, как человек там наслаждается своей жизнью. Одно из рабочих мест-места отдыха, хобби, вот наушники, созвон, либо, может быть, наверняка можно поиграть в какую-нибудь игру. Уточнил, а балкон, например, без подогревов, то есть не пол. Пол без подогрева, стена без подогрева. Но говорят так, что дом топят настолько хорошо, что они открывают дверь на балкон, и все, в принципе, хватает. Зимой, говорят, в принципе, плюс-минус 18-20 градусов. Это, конечно, прохладненько, потому что, ну, комфортная температура – это 22-25 плюс-минус. Но, тем не менее, для балкона без утепления, мне кажется, это уж и не так страшно. Ну и, собственно, наша спальня. Ребят, ну, посмотрите, все разделено, как положено. То есть, ты можешь открыть двери распашоночки. И у тебя такое общее пространство получается. Комната действительно большая, то есть с точки зрения наличия кислорода для сна, ну более чем, посмотри, хватает прохода с одной стороны, с другой стороны, у каждого по своей тумбочке. То есть, как мне кажется, сделано по уму, явно люди продумывали детали, потому что частенько на самом деле народ ошибается. Может быть, где-то, да, есть какой-то косячок, вы заметите его с точки зрения планировки, дизайна, но это пишите ваше мнение в комментарии. Рассказываю вам прикол. Очень часто люди, когда приходят в магазин, либо еще куда-то, где можно потратить деньги, думают, что
я принял решение, я покупаю. Но на самом деле это не совсем так. Ну вот смотрите, стоит спальная кровать. У кровати есть что? Матрас. Вот я сказал только лишь одно слово, а у многих из вас, моих любимых зрителей, уже вспоминается в голове слово «блюслип». Да, ребята, вот так вот это и работает. И вам даже не нужно перематывать, потому что буквально 40 секунд, и мы продолжим. У «блюслип» есть шоурумы по всей стране. Вы можете прийти, вот так же сесть, посидеть, найти свой матрас по жесткости. У них есть все различные комплекты белья для сна, подушки и многое-многое другое. А ссылочка ждет вас уже в описании. Вы заходите, смотрите, выбираете под себя. Огромный ассортимент, регулярные скидки и самое главное, и самое приятное. По промокоду «Машковсон» вы получаете дополнительно 10% скидку на все товары, за исключением готовых комплектов. Как вам такое? Мне кажется, шикарно. Именно здоровый, хороший сон очень важен для каждого из нас, чтобы, просыпаясь утром, вы были в хорошем расположении духа. Все, все, все. «блюслип» ждет вас в описании, а мы продолжаем. Еще огромное количество шкафов для хранения вещей. Ну и мы с вами потихонечку меняемся. Вот мне что понравилось, да? Понимаете, это уже говорит о размере собак. Специальная подставочка для того, чтобы он мог залезть и потом аккуратно слезть. Вот он, смотри какой. Ну, мне говорят, у нас дома две собаки, будут лаять. Ни разу он не погавкал, хороший, но хочет играть. Добрый день. Добрый день. Ой, ой. О, вот это я понимаю, охрана. Ладно, тебя давай тут. Ну-ка, отдай. Отдай игрушечку. Отдай игрушечку. Короче, вот так ты приходишь домой, садишься. Вот этот стол тоже функциональный, он там может разложиться, его можно поднять, опустить. Телевизор, и ты сидишь вон. У владельцев есть PlayStation, можно в футбик порубиться, перекусить, чай, кофе. То есть ты уже решаешь сам, где ты будешь почивать. В гостиной, назовем ее так, или на кухне. Короче, для двоих, ребята, более чем, даже если так предположим, да, я знаю, что среди вас есть семейные люди, а вот ребенок. Ну, поначалу кроватка ставится детская, и, соответственно, так сказать, включается отсчет и пошел. Дальше уже двухкомнатная квартира, но планировка, на мой взгляд, очень даже удачная. Что вы думаете по этому поводу? Пишите ваше мнение в комментарии. Настя, расскажи вообще, что это за история с частным домом во дворе вот этих многоэтажек? Когда я приехал, ты мне про это сказал, у меня первая мысль была, такой сюжет гулял длительное время по Московской области. Но это, во-первых, не ново. Такое частенько бывает, что именно один дом какой-то да, остается. Что это такое? Что это за история? Ну, поскольку мы сюда заселялись уже, когда дом стоял, я увидела картину уже воочию, как она есть. По проекту в нашем доме арки быть не должно изначально. Угу. Из-за того, что данный житель не съехал, не отдал свое жилье под застройку, проект дома пришлось поменять. Я знаю, что ему предлагали деньги, и деньги не маленькие, но человек твердо сказал, нет, я буду здесь жить. Не будем развивать слухи, ведь, как я сказал в самом начале, у нас есть возможность пообщаться с жителем и собственником этого дома. Мы прогуливались мимо, и вдруг он выходит, говорит, здрасте, ребят. И я говорю, а можно вас спросить? Вот на этом мы сейчас построим просто изюминку выпуска. Как так получилось, что вокруг вас вот это вот все стоит, а тут ваш дом, и эта земля ваша в собственности, верно? Да, все верно. Расскажите, как давно она вообще у вас появилась? Земля с 96-го года в собственности, в моей конкретной собственности полноценно она с 15-го года. Вот, до этого мы жили тут с мамой, с отцом, сажали вот яблони, сажали, ну, соответственно, огород был, проблем не было никаких. Ну, раньше вокруг вас здесь и поле, можно сказать, да, было просто. Тут и был, частные дома, дома были, тут было болото, дальше было... Речка. Да, речка. Ага. В каком году вы узнали, что здесь все строится начнет? В 2012 году построился первый вот этот дом, вот, и как бы нам не предложили сначала, то есть они построили, да, мы послушали эту стройку, как они сваи там вбивали и так далее, вот. Потом начали строить, соответственно, вот этот дом. Тут уже как бы начались суды, потому что они нам изначально порвали газовую трубу, вот, скорее всего, намеренно. А потом пакостили мелко. Угу. Вот, ну, въезды пожарные перекрыли. А, ну, что, то есть, короче, была конфронтация. Но самое интересное, знаете, вот обычно говорят так, что застройщики, они такие, они схватят и в любом случае вырвут.
землю заберут и так далее, переселят. Но на деле получается так, дом стоит, земля стоит, как бы отстояли. Все верно, да, может отстояли. Может быть, сейчас, Алексей, это очень важная информация для людей, потому что сразу первая мысль, ну, может быть, отец у вас губернатор, вот поэтому отстояли? Нет, к сожалению, отец у меня тифлосурдопедагог, известный на всю Россию. Как еще раз? Отец у меня тифлосурдопедагог, известный на всю Россию, он занимался всю жизнь развитием обучения детей слепоглухонемых. Он основатель детского дома слепоглухонемых в Сергиевом Посаде. Вот. Угу. Это мой отец. Мама эколог, угу. Биолог, учитель биологии и естествознания. Ну, то есть вы по судам все это дело выиграли, у вас да. Все документы, да. Все есть тогда. Юридическая грамотность очень. Ходит мала народная, что вам предлагали вот такую пачку денег. Это а не вы правда. Отказались. Это неправда. Предлагали даже ниже рыночной цены, то есть предлагали кадастровую стоимость. На кадастровую стоимость в центре города любого Московской области вы не купите. Ну сколько вот предлагали? Вот сколько предлагали 12 миллионов, предлагали потом 24 миллиона, но это нереальные деньги для покупки. А какая реальная цена вот у этого? Не знаю, не оценивал никогда. Не, ну, у вас же было какое-то, допустим, какая-то же сумма бы вас да, устроила? Да, 30 миллионов предлагали, да. Вы хотели 30 да, миллионов? Да. Они вот, короче, шестерочку все-таки зажали. Ну, они не захотели. То есть им построить новый подъезд, да, вот, угу. Они не захотели его за такую сумму. Ну и на сегодняшний день, вот вы, допустим, здесь же что-то пытаетесь строить, правильно? Вам я не буду уже продавать, потому что будет она, скорее всего, переводиться в коммерческую недвижимость. О-о-о. И как бы. И это у Алексея пойдет нормальный бизнес, правильно? Да нет, я не за бизнес, у меня эвакуаторы, мне хватает. Не, но все равно это классная тема, на самом деле, нифига даже... себе. Даже если просто я буду ставить тут эвакуаторы в центре города, они необходимы. Золотое место. Зачем продавать курицу, которая несет золотые яйца? Все верно. Зачем резать корову, если она дает молоко? Ребят, во всем негативном всегда нужно видеть позитивное. Вот так бы ты отдал 30 миллионов, они и улетели ну да, бы. Соответственно, они быстро бы потратились, и деньги обесцениваются. Ты и денег заработаешь, и у тебя какая-никакая недвижка в центре-то города. То есть, мне кажется, я могу тебя поздравить, Алексей. Спасибо. Это реально спасибо. Круто, потому что заработать денег ты можешь... Ты здесь живешь, в принципе? Да, я живу. Пока здесь живу. Но уже, наверное, в Королеве мы строится. Строимся. Да. Вот. Ну, друзья, это просто вот считывается, потому что что, бизнес пошел, деньги есть, зарабатывают. Да. Расскажи нам, пожалуйста, каково это жить, когда вот так гады приходят, начинают долбить дом. Вот это ты просто опрокинул фразу, но я ее прям сразу услышал. Мы пожили, когда забивали сваи. Ну, они же ночью фигачили, понятно? Нет, ночью не фигачили, они так культурные товарищи. С 8 утра. Да. Бум. Вот. Но вбивали. Тут и окрестные дома тоже тряслись от этого. Ну, в принципе, мы пережили это. Слава богу, уже тут. Давай немножко из юмора так разбавим. Общались с людьми, говорят, то, что ты тут летом бассейн ставишь. Баня у тебя баня есть? Была баня, баня. Закрылась. Нет, не закрылась, я просто ее разобрал, потому что пока она не актуальна. Ну не напрягает это, когда ты ставишь себе бассейн, там баня, вроде меня бы отдыхаешь. Нет. Я то от есть, людей ничего не скрываю, ты уже люди как бы мне нравятся, я люблю людей, и как бы пускай они меня любят таким, какой я есть. Ну они заходят так вообще в гости, с кем-нибудь общаешься? Да, конечно, дома? И шашлыки жарят, приходят посидеть, пообщаться, то есть ну как бы все мирно, все дружно. А ты уже узнавал, да, вот этот вот земельный участок, его можно в коммерцию перевести? Вообще я изучал? Думаю, да, решим этот вопрос. Ну, просто там, смотри, там тоже вот важный такой момент. Друзья, как раз напишите комментарий, может быть, кто-то что-то подскажет, как лучше сделать, чтобы не получилось так, потому что частная собственность, она больше защищена, ну, по крайней мере, так говорят, и на твоем примере мы это можем увидеть, чем коммерция. Была бы коммерция, согласен. Коммерцию легче отобрать. Согласен. Поэтому имейте в виду. Ну, ладно, спасибо тебе большое, да реально классно. Видите, да. Смотрите, человек пустил, все рассказал, поделился своими планами, поэтому огромное спасибо вам за интервью. Да. Знакомьтесь, супруг, муж. Даниил. Дань, слушай, расскажи, пожалуйста, ты-то вообще в Пушкино как? Всю жизнь прожил? Ну, у нас, на самом деле, с супругой история похожая. Также родители, также в 2000-е годы уехали зарабатывать деньги, за длинным рублем, так сказать. Вот, и с 2007 года я живу уже непосредственно в Пушкино. В разных районах пожил здесь. Ну, опять же, история типичная, денег особо как бы не было, поэтому жили в таких квартирах, которые панельки, пятиэтажки, девятиэтажки, ну, в общем, старый жилой фонд, так сказать. Вот. У нас очень часто, знаешь, говорят вот некоторые вот такую вот обидную вещь, что все беды от женщин. Почему? Вот жена тащит в блудняк. Вот ты когда с ней сидел, она тебе говорит такая, Данил, давай сколько мы будем жить на съеме? Давай впишемся в ипотеку. Он говорит тебе, пойдем, на 30 лет сейчас возьмем с тобой долг. А ты такой сидишь, для тебя это первая ипотека. Какие были эмоции вообще? О чем думали? Можешь вот свою версию рассказать? Вот как вот вы обсуждали этот момент?
покупки бетона на 30 лет? Вопрос на самом деле назревал, и просто в однажды мы пришли к этому решению и начали выбирать. Выбор был тоже, конечно, Настя сказала, что мы выбирали из таких более-менее адекватных вариантов, остановились на этом. Приехал я сюда, здесь вот этого всего не было, не было стен просто, дом был уже готов, то есть это был 18-й год, дом был сдан за 3 месяца до этого, то есть квартира была уже, все, как бы, ее можно было уже осязать, скажем так. Подумали, приняли решение, взвесить за и против. Руки, ноги есть, молодые, заработаем, я тоже так подумал, тем более на тот момент платеж у нас составил 28 тысяч рублей, ну, в принципе, это было подъемно. Мы рассматривали, наверное, вариантов 5 квартир по городу. Пропер же до пятиэтажки я не рассматривала, я прекрасно понимала, что... Нажилась, это... надоело, ну, да, не просто? Не то, что нажилась, вышла бы по деньгам, на самом деле, то на то. И потом, неизвестно, что с этим домом бы потом происходило, сейчас реновация, у нас в Пушкино тоже, кстати, реновация присутствует. Вот, и я говорю, надо смотреть центр, чтобы удобно было добираться и ему на работу, и мне на работу, и в доступе были у нас и магазины, и все, и общие развлечения, и все-все-все. И останавливаемся на этом варианте. На тот момент это была самая дорогая квартира из всех вариантов. Вот, смотри, вот здесь самый интересный момент. Вот давай сейчас попытаемся такой к изюминке выпуска приближаться. Многие ждут, говорят, будет изюминка? Будет. Вот сейчас я тебе задам такой вопрос. Сколько зарабатывала ты и твой супруг на момент, когда вы принимаете решение, что мы будем брать вот эту квартиру, одну из самых дорогих в городе? Да. Зарплата моя была 70, у него была 65-70. Угу. То есть равно бюджет 140 тысяч на двоих. При этом, когда вы это выбрали, у вас своих денег... 50 тысяч было. Особо нету. Да. Мы все ближе переходим к важным деталям этого выпуска. Денег не было, а в ремонт вложили 3 миллиона рублей. Откуда, как, что? Ну, попытайтесь догадаться. Кредиты, заемы, долги. Постепенно-постепенно они делали ремонт. Сначала они сделали чистовую отделку, потом докупали мебель. Прошло уже 5 лет, как ребята живут в этой квартире. На сегодняшний день на их плечах долг лишь по ипотеке. Вот так вот, пожалуйста. Далее, давайте послушаем, чем они занимаются сегодня, сколько они зарабатывают, и попробуем обсудить вместе с вами этот вопрос. А чувствуете ли вы себя в зоне комфорта с вашими доходами? Вы в том числе сможете принять участие в этом опросе. А поделись немного опытом. А вот смотри, какое у тебя образование? Ты вот отучился в школе, потом что было? Самый интересный момент. Отучился я в школе 9 классов, далее я отучился в Москве в технику, получается, получил профессию пожарного. В 2014 году я ухожу в вооруженные силы, отсрочки не было у меня, все. Отслужил я, значит, в армии. В 2015 году пришел, и стал вопрос у меня, куда идти дальше. Ну, я решил, как человек по образованию, в погонах тем более был в тот момент, пойду-ка я отдавать, так сказать, долг родине. Пришел, предложили зарплату мне 20 тысяч. Где? В пожарной части, получается, в области. Да, ну, то есть там даже была областная часть такая, даже не московская, 20 тысяч рублей все-таки троим. Я молодой, мне нужны были деньги, думаю, как бы, ну, тоже, жить с мамой. Подумал, в итоге у нас в городе есть центральный склад одной крупной компании фармацевтической. Устроился туда, у меня там мама работала. Она, попробуй, устроюсь, там зарплата нормальная, если что, может быть, куда-нибудь потом, куда душа позволит. Я там, получается, 15 года я устроился туда работать, и по сей день я там работаю, скажем так, душа легла. А чем занимаешься? Что душа легла у меня к ней. Ну, изначально я пришел на позицию обычного рабочего, то есть работал руками. Работал я на высотном электроштабилере, собирал коробки, ставил палеты, поддоны, заказы собирал. Вот. Далее, как бы, я молодой, меня заприметило там старший бригадир, говорит, давай-ка мы тебя научим за компьютером, будешь сидеть здесь все. В итоге я некоторое время там исполнял его обязанности. Ну, то есть уже руками меньше работал, уже больше головой думал. Вот. И получается, наверное, годика полтора назад меня пригласили там, в кадровый резерв, обучили меня, переподготовили. На данный момент я занимаю должность начальника смены, получается, уже вот этого крупного склада. В подчинении у меня там 200-300 человек, там, в зависимости от дня недели. Вот. И по образованию завтра у меня диплом защищаю как раз по логистике. Меня направили от работы отучиться, и вот как раз логистику я заканчиваю. Мне знаешь, что больше всего понравилось в этой истории? Вот это вот мне... Вы услышали это? Я работал, начальник меня заприметил, говорит, а ты молодец. И какое-то время я выполнял его обязанности. Он мне говорит, вот компьютер, смотри, вот это делаешь. И вот так вот. То есть ты выполнял его обязанность, но оставался на своей должности, верно? Ну да, скажем так, правильно, замещал. Круто, круто. Слушай, давай так, просто вилку нам назови.
Вот примерно, вот на твоей должности сегодня сколько вот плюс-минус можно в месяц зарабатывать? Угу. Ну, все зависит от места, да, куда мы смотрим. Если мое конкретное место работы, то я объясню. Это город Пушкино, мне тут ехать буквально 20 минут, вариантов масса. Такси, транспорт, значит, корпоративный есть, транспорт есть, рейсовый, пожалуйста, 20 минут я на работе. Из дома вышел, все, 20-ка да, уже там. До станции 5 минут дошел, 7, сел, поехал, 20 минут. Никаких пробок ты не видишь, это давка, народ, это в твоей жизни не проснулся я в 7-7.30 проснулся, к 9 часам там я на работе. Ну, это я так, с запасом, чтобы там собраться, пить кофе спокойно, там, телевизор посмотреть, вот именно, да. С утречка. Да. Поваляться немножко, да? Вот. Что касается зарплаты, именно у меня здесь, да, то это там порядка 110 тысяч рублей, именно вот в области. Вот 110 тысяч рублей раз. Дальше, супруга сколько? Супруга? Вот примерно. Мы сейчас будем делать зарисовку живую жизни. Поймите правильно, я ни в коем случае не пытаюсь лезть там в карман. Да, это ребят, нормально абсолютно. Мы просто хотим разобрать такой вопрос. Плюс-минус. Супруга 90-100 тысяч рублей. Ну, давай возьмем 90. Грубо говоря, да. Таким образом, у нас выходит 200 тысяч. А дальше, я уже по своему опыту знаю, к тебе на данный момент вопросов нету, потому что все расходы правильнее задавать жене. Все правильно. 200 тысяч рублей на семью из двух человек плюс два питомца. Вот знаешь, что это такое? Это на самом деле одна из самых популярных статей дохода. Вот я делал опрос телеграм-канала. Вот большинство ответило, что доход примерно 100-200. На человека, на двоих, ну вот, как правило, взрослые работают. Вот давай себе посчитаем просто. Вот вы живете, у вас классная квартира, у вас машина есть. Нет, машины. А вот вы ее продали, больше не покупали. Ну все, смотрите, вот 200 тысяч. Мы пользуемся, активные пользователи каршеринга. Поехали, смотри, минус, сколько сейчас у вас платеж по ипотеке в силу того, что вы долг сократили, да. Но платеж у вас чуть подрос. Сколько? 38 тысяч. Минус 38 тысяч, это, так сказать, дяденьки в банк отнеси. Да. Есть. За квартиру, вот за эту шикарную однокомнатную, сколько вы платите коммуналку? 1005. Минус 5000 рублей. Ты считала вообще примерно вот вам всем на продукты в месяц плюс-минус сколько вот уходит? Вот реальных денег. Тут всегда по-разному, если хочется там. Ну, среднячок. Ну, понятное дело, что можно и корки взять за 10 тысяч, блин. 50-70 может уйти. Давай 60 возьмем. Давай. В среднем. Минус 60 тысяч. Это только лишь на продукты. Да. Дальше. Какие-то дополнительные... Смотри, телефон, связь, интернет, проезд на работу, на работе что-то проезд там, кофейку. Проезд на работу, да. Мне нужно ездить в соседний город Мытищи. Муж, ну... Но все равно. Редко у него там что-то выходит. Ну, тысяч 10 возьмем. Минусуем. 10 тысяч рублей. Вот у нас уже остается 87 тысяч. Да. Вот. Какие еще моменты бывают? Смотри, там, не знаю, может быть, какую-нибудь таблеточку голова заболела? Или, например, нет, у нас кофточку? Нет, у нас есть проблема, да. Мы покупаем кофточки. Кофточками, да. Мы покупаем кофточку. Еще сегодня, знаешь, что прозвучало? Ребят, не в обиду, но это юмор. Настя, что там, доставай свои баночки. Ты же весь Wildberries, да, нам скупила? А, Wildberries там весь купила? Давай, давай сюда. Ну, вот такие вот статьи расходы, знаешь, такие вот... Как это называется, мелкий хлопот. Это может до 50 декор. Тысяч в месяц уходить спокойно. Серьезно? Да. Вот так вот, да? Ну, шопоголизм, нет? Можно знаю. Назвать это? Да что, кроссовки, вон едешь 15. Ну да. Одни кроссовки. Есть местечко одно. Могу подсказать, где те же самые, но подешевле. Тут еще кто кого научить может, понимаешь? Да? Блин. Так, смотри, минус 50 тысяч рублей. Да. Итого остается 37 тысяч. Отсюда возникает логический вопрос. Вот если мы так вот берем, считаем, а как копить? А мы не копим. А как тогда? Вот смотри, вы молодые, а допустим, захочется двушку, к примеру, или захочется машину. Ты видел, какие цены сейчас на машину? Вот поэтому у нас машины и нет, и в ближайшее время вряд ли она появится. Вот фиксируйте. Это просто вот ситуация. Это мы, смотрите, мы сегодня делаем некий срез. Пожалуйста, вы сегодня точно так же опрокинули фразу, что раньше мы с мужем летали в Доминикану, и мы раньше летали. Мы раньше, знаешь, куда летали? В Чехию летали за 24 тысячи рублей, ну, на двоих 4 дня. На 15 дней. В Испанию за 38 тысяч рублей. Доминикана 15 дней, 150 тысяч рублей. Вот, летали. То же самое плюс-минус мы тратили. А сегодня у меня знакомый менеджер по продаже машин полетел на 10 дней в Турцию, 4 человека. Он, жена, ребенок, 1500, мама. 500 тысяч, 480.
Вы вдумайтесь, в Турцию 480 тысяч – это только вот билет. А это еще до аэропорта доедь, в аэропорту что-то купи, обратно притащи. Да это страшно. А там сколько всего надо всем купить, родственникам и на себя потратить. Отсюда вопрос. Как быть, если хочешь? То есть, вот, допустим, смотри, давай так. Ты занимаешься мебелью. Давай, расскажи, где ты работаешь, что делаешь? Я работаю, значит, в Мытищах. Там у нас мебельный салон итальянский. Продаем итальянскую мебель, собственно. Как давно там работаешь? С 2012 года. Вот. Это говорит о чем? Это говорит о том, что место насиженное, стабильность. Да. Риски мы не хотим. Зарплата, она всех была знаем. Там изначально вообще 20, сейчас это уже 90. Ну и цены стали. Цены на мебель. Раньше было хлеб выросли. 15 рублей, а сейчас хлеб 100 рублей. Мебель тоже. Если раньше могли позволить и средний класс, то сейчас нет. Ну вот твое мнение вообще, давай вот конкретно про тебя. Если ты поставишь себе цель получать не 90, 100, а 200, что тебе нужно делать? Вот ты об этом нужно думала? Нужно ехать в Москву, и также можно в мебельном салоне, а там зарабатывать 200. Хорошо, у вас не бывает такого? Ну, вот сидите там, обсуждаете, блин, типа, надо что-то делать, надо что-то придумывать, как вот еще денег. Или в целом вот этого дохода на семью, на ваш образ жизни вам, в принципе, хватает, как бы? В целом нам не ощущаешь, хватает, что вам не хватает. По одной простой причине, то, что когда у нас была с деньгами напряженка в процессе ремонта, в частности, Даня получал больше, на самом деле, работая на более низкой ступени. Особенно, когда грянул ковид, там выход был за тройную плату. Красота. То есть мы прям вышли очень хорошо в ковид. И я работала в ковид, не прекращая. Поэтому вот с деньгами в тот момент все было норм, и мы справились, все закрыли, все долги, все кредиты. У нас было такое, доходило, что у меня есть кредитная карта, вот мы ее полностью истрачивали, приходила зарплата, мы ее пополняли, опять с нее все тратили, покупали. Ну и плюс отдавали там деньги за ремонт и все остальное. Ну хорошо, возвращаясь к вопросу, вот финально ответь, вот, пожалуйста, от себя. Этого дохода вам на двоих в принципе хватает? Да, или вы все хватает. Равно, то есть вы в зоне комфорта? Хотелось бы, конечно, всегда больше, но больше это уже, как говорится, пойдет роскошь, там, купить то, что на самом деле может и не нужно. Вот, я просто и хочу подвести к тому, что 200 тысяч на двоих, вот плюс собаки, там даже с учетом того, что 40 тысяч практически уходит за ипотеку, в целом жить можно. Смотри, ну у вас реально круто, смотри, все красиво, то есть тут не придраться. У нас еще есть дача. Ух ты! Да, ну дача родителей, но мы туда тоже вкладывались, покупали туда мебель, плюс маме помогли там тоже с машины, когда она брала ее деньгами, то есть... Если нам нужны лишние деньги, мы, может, где-то там ужмемся, вот, например, на вещи, там, всякую ерунду, не будем 50 тратить, а там 10-15, и отложить эти деньги, когда они действительно там понадобятся. Вот захотели мы в отпуск, мы немножко ужались там, да, и отложили сумму на отпуск. Последний раз где вы были, что это было за отпуск? А вот мы недавно прилетели, мы были в Сочи. О, Сочи, я знаешь, что тебе могу сказать? У меня некоторые люди иногда спрашивают, типа... у нас такое было обсуждение. Я в Сочи хотел слетать уже неоднократно. Ну, начинается, знаешь, когда вот плохая погода, вот думаешь, блин, вот буквально на солнышко, сможешь в Сочи вроде бы хорошо. Ты не поверишь, я сравниваю цены в Сочи, в хороший отель, ну, у меня ребенок, жена, я думаю, блин, надо их побаловать. И сравниваю цены, например, на какой-нибудь Дубай. В Дубай дешевле слетать, чем в Сочи. Я думаю, что такое, как это возможно? Дубай, другая страна, там типа люкс, лакшери, но дешевле. Летишь в Дубай не потому, что роскошь, а потому, что дешевле. Я проводила анализ перед тем, как мы полетели в Сочи, тоже сравнивала Сочи, Турция, ну условно. Выходит плюс-минус одинаково, Турция чуть дороже сейчас, но у нас есть плюс. У меня живет в Сочи родственник. Мы живем там бесплатно, поэтому Сочи для нас очень доступный. Родственник. Ну что, здесь давайте подключайтесь и вместе обсудим с вами тему. Хватает ли доходов для комфортной жизни? Сыто живем? Нормально? Голодно? Или совсем бедно? Ну вот я делал опросы, я вам вывожу еще раз их на экран. Подчеркиваю, я ссылаюсь конкретно на опросы среди вас. Ни в целом, ни где-то там комментарии под роликами, где все плохо и так далее, и так далее. Вот, опросы были среди вас. Сколько люди зарабатывают? Вот такие цифры называют. На основании этих цифр очень много комментариев, что да, это неправда, такого быть не может. Многие люди не верят в то, что вообще можно зарабатывать 300 тысяч на человека, 400, 500 тысяч рублей на человека. У людей складывается впечатление, что ты должен быть директором завода. Если ты не директор завода, если у тебя не своя фабрика, откуда у тебя такие могут быть деньги? Это я констатирую на основании комментариев.
Далее, вот я сделал опрос. Ваш доход дает вам возможность ощущать себя в зоне комфорта. 19% – да, хватает. 43% – скорее да, чем нет. 30% – нет, тяжеловато. И всего 5% среди опрошенных, а это из 8500 человек практически, 5%, кто ответил, нет, не хватает, свожу концы с концами. Отсюда вопрос к вам, ребята. Вот напишите просто развернуто в комментарии. Вы же пишете многие анонимно, у вас там ваши аккаунты записаны под псевдонимами и так далее. Вот тот доход, который вы сегодня получаете, он дает вам какие ощущения? Зона комфорта, тяжеловато, переживания, как? Вот на живом примере с людьми мы пообщались. Делать опрос, ну это вы понимаете, это нужно 1000-10 человек так подойти и спросить. А здесь вот такие данные. Поэтому... Но я даже не буду от себя делать никакие выводы. Мне интереснее послушать по этому вопросу ваше мнение в комментариях. Бисер и Тося. Мальчик, девочка. Вот это такой постарше, да, получается? Наоборот? Младше. Помладше, но он такой прям лающий, такой мужчина. А это вот девочка. Смотрите, какие они маленькие. Ну, прикольные собаки. Дети, получается? Ну, по факту, да. Как бы так. Пока так. Слушай, Дань, ну что, да? Пошел. Сейчас зарубимся. Ах, блин. Орет? Или не орет, или молча играет спокойно. Ну, бывает иногда. Во что рубишься? В основном футбол, больше ничего нет. Только футбол. А вот это, знаешь, бродилка зомби. Пришел там в зомби-апокалипсис, нет? А, ну я играл, вампиры, да. Там, я в Days Gone еще играл. Days Gone играл, прошел, вот единственная игра, которая прошла на платину. Прикольно. Слушай, ну давай так. Интереснее в этом выпуске, в таком срезе небольшом показать вот жизнь молодежи относительной. То есть вам не 18, не 20 лет, там, ну, да, 30-ка условно. Вполне себе. Да, впереди еще и планы есть. Вот насколько ты себя чувствуешь комфортно, насколько вот тебе, как главе семьи, хватает денег. Вот ваш общий семейный доход, с учетом того, что супруга тоже работает, вот 200 тысяч. Вот твое мнение по этому поводу. Жить можно или этого мало, много, среднего? Дай развернутую. Развернутый обратно. Скажу так, жить можно по-разному. На данный момент хватает денег. Естественно, если было бы больше, мы бы не отказались. Ну, Настя там, может быть, не упомянула. Бывают моменты, когда я могу там и у нее на работе там подработать чуть-чуть. Там, то есть, ну, там лишнее 20-30 до 50 тысяч там, мы можем где-то там пару раз в месяц заиметь. Вот, то есть, желание, в принципе, есть. Когда возможность есть, мы ее берем. Но, опять же, она сказала правильно, что для того, чтобы, скажем так, ну, в области мы... Думаю, его больше нам платить не будут в области. Для этого нам нужно ехать в Москву, для того, чтобы получать побольше денежек. Слушай, такой вопрос. Допустим, для того, чтобы увеличить доход, но при этом не менять рабочее место, это Колымы. Да, да, так и есть. Но в таком ключе, если ты будешь много колымить, допустим, после работы, по выходным, то тогда ты будешь сильнее уставать, не будет у вас совместного общего времени, ну, провождения, на жизнь, скажем так. Это как? Обсуждали, не обсуждали или только по необходимости? То есть, в основном, предпочитаете больше, ну, пожить тоже? Да, мы... Вообще такой необходимости нет, это чисто по желанию. Она предлагает мне, да, есть возможность там нам помочь и заработать. Я говорю, да, если есть возможность, у меня, опять же, если есть время, да. У меня график сутки трое, поэтому я, в принципе, располагаю временем. А, у тебя мне, сутки да, трое. Мне проще в этом плане, да. Угу. То есть, я сутки отработал, три дня дома, вот. И если возможность есть, а она у меня есть почти всегда, и желание тоже. Я, пожалуйста, помогаю. Ей помог, чтобы они там вовремя сюда ставили, клиент был доволен. И я там поднял, это сборка мебели, поднял, да, собрал, заработал. И одно время я даже водителем работал. На боксере катался по Москве. Слушай, мне почему-то кажется, что при грамотном подходе, если руки прямые и получается собирать мебель, ты там можешь зарабатывать, да, гораздо там, больше есть, даже, чем это, у себя. Если вот прям основательно взяться, то можно, да. Друзья, вот на самом деле это очень важный момент. Вот некоторые думают, когда, где пойти работать. Сегодня кого ни ткни, все айтишники, специалисты по продвижению в интернете. В общем, люди в интернете реально зарабатывают очень много. Но при этом, как показывает живая практика, казалось бы, ну вот есть сайты, зайди, посмотри, сколько вакансий, где люди готовы приехать тебе что-то собрать. Среди этих людей рукожопов, прямыми словами, вот столько. А те 10%, которые действительно с прямыми руками, у них цена, как всегда, выше, и к ним еще запишись, стой в очередь, чтобы он тебе пришел, действительно собрал, а не поломал все. Казалось бы, вот стол собрать, что здесь сложного? Ничего. Ну, можно перетянуть. Да. И так далее, и так далее, и так далее. Особенно, когда вещь дорогая, вот да. У Насти, у нее там мебель дорогая, поэтому там права на ошибку, скажем так, нет. Поэтому нужно там аккуратно, внимательно все. В целом, вообще, мечтала сменить работу? Если мечтал, чем бы ты хотел бы заниматься? Бывает такое вообще? Может быть, что-то открыть свое или еще что-то? Да, на самом деле, мне моя работа нравится в целом, как бы.
Я занимаюсь хорошим делом, интересным. У меня очень разнообразная работа, каждый день что-то новое. То есть задачи вроде бы одни и те же, но каждый день вводные новые, соответственно, с чего-то начинаем другого, вот поэтому интересно. В компании также можно внутри развиваться еще. Я там активно обучаюсь на всевозможные платформы в компании. То есть и в кадровом резерве, опять же, и на должность повыше меня обучают. Вот поэтому по возможности будет так. Если прям, конечно, совсем мне захочется сменить что-то, и я даже сейчас не задумывался, куда бы я хотел пойти, чем бы заниматься. Но в любом случае, именно в логистике мне интересно работать, трудиться. Вот. Какой-нибудь склад. Хотя у нас склад очень современный, один из самых современных в России, поэтому мне есть чем сравнивать. И... Ну, я добавлю так, что в подобных крупных компаниях на самом деле, в принципе, условия хорошие. У вас там, я так знаю, и все. Обеды. Все есть. То есть, получается, полностью кормят, работников одевают, соответственно. Туда-обратно транспорт, ДМС всевозможные, страховки. Это вот у меня поликлиника, которую я могу взять больничный. Вот она, спуститься через дорогу вниз, пожалуйста, взял. Все, оплачивается отпуска. Ну, то есть, строгий, нормированный да, день. Да, все, абсолютно, все абсолютно законно. Если просят там выйти поработать, то, соответственно, двойная оплата, как полагается. Ну, все как положено. То есть, в этом плане не обижает, конечно, и все по закону. Я думаю, вы через экран чувствуете вот эти слова. Спокойствие, нет напряга, нормально. Вот, пожалуйста, смотрите. Работа на заводе, на крупном предприятии. Сутки отработал, 3 дня выходных. Все есть вообще. Вон, надо тебе. Подкопил маленько. Поехал в Сочи, отдохнул. Захотят, еще подкопят. Еще куда-нибудь слетают. Потихонечку, потихонечку. Что скажете? Хочешь больше, хочешь миллионы, иди в бизнес, открывай, бегай, прыгай, создавай рабочие места, ищи стартовый капитал. А стартовый капитал где? В банке, пожалуйста, бери под процент и крутись, вертись. Это специально для всех тех, кто думает, то, что многие предприниматели катаются как сыр в масле, а кто-то заработать не может. Локоть зачесался. К добру. Значит, смотрите, давайте немножко пройдемся по... территории жилого комплекса, ну это даже не то, что жилой комплекс, это просто территория домов. И после этого будем приближаться к логическому завершению. Давайте сперва посмотрим актуальные цены. 4 миллиона в 2018 году – это тогда. А сегодня квартира 42 квадратных метра в доме ребят стоит 9 миллионов 300 тысяч рублей. Трехкомнатная квартира 86 метров стоит 17 миллионов 900 тысяч рублей. Однушка еще 9650. Двушечка, а? Двушечка 53 квадрата в Пушкино. 11 миллионов 900 тысяч рублей. Напротив них тоже интересный дом стоит с видами на лес. 20 миллионов рублей, трехкомнатная квартира, 96 квадратных метров в бетоне. Соответственно, прикидывайте сами, сколько денег уйдет еще для того, чтобы в ней сделать ремонт. В соседнем корпусе однокомнатная квартира, 6937 квадратов, трешка, 16 миллионов. Московская область, но цены, откровенно говоря, ого-гошеньки. Ты расскажи, пожалуйста, вообще, как в целом-то люди довольны состоянием дома, качеством дома, или чаще там жалобы какие-то постоянно происходят? Жалобы есть, но много претензий было и к застройщику, потому что до сих пор, с 2018 года, буквально раз в неделю стабильно, наверное, у кого-то протекает то полотенчик, то труба лопнет, то еще что-то. Был вот на моих глазах жуткий потоп во втором подъезде. Я бегала с тазиком и совком людям воду вычерпывала, всю квартиру просто затопила. Но было в зоне ответственности самого уже покупателя квартиры. Претензий некому было предъявить. То есть 6 лет. На протяжении 6 лет постоянно что-то подтекает. Вот за что многие боятся новостроек. Вот этого нету, знаешь, качества, надежности. Сам дом у нас на самом деле неплохой, достаточно теплый. У нас индивидуальные счетчики отопления в квартире. И я даже иногда зимой включаю на минимальную мощность тепло. Под нами вот здесь находится ИТП. У нас ИТП, индивидуальное тепловое помещение. И если дверь будет закрыта, тут парилка. Жарище полное. Да. Ну а так, смотрите, в принципе, отделка, скажем так, ну как, премиум, средний сегмент, эконом, как ты сама эконом. Это знаешь. Эконом. Ну, называется просто... комфорт-класс, но по факту это эконом. Вот за твоей спиной четырехэтажное здание, на месте которого изначально должен был быть паркинг. С одной стороны, хорошо, парковка, это всегда приветствуется. С другой стороны, вы вдумайтесь, сейчас здесь коммерция расположена. Так, например, вот кто-то из жителей здесь живет, а рядом с домом он себе открывает салон ногти.
кто-то взял там франшизу, вон, точка выдачи одежды, да? И так далее, и так далее. Кто-то берет помещение для того, чтобы заниматься пожалуйста. Бизнесом, пожалуйста, вот удаленно. Таким образом, ты выходишь, и тебе эта Москва нахрен не нужна. Помните эту историю? Зачем нам ваша Москва? С одной стороны, когда работа под боком, да? Красота, так еще. Рядом с вами, смотрите, здесь школа-детский сад. Это о чем говорит? Что никто здесь не построится. Это дети точно. Раз там пошли. Вот ты с точки зрения, что можешь добавить вообще? Я тем более знаю, что у вас управляющей компании нету, и вы сделали ТСЖ. Да. А что, почему, как расскажи? Ну, изначально там нам оставили от застройщика управляющую компанию. Ну, это, как правило, как везде, понятно, она такая не особо хочет работать, хочет денег позаработать. Вот, поэтому мы с ними очень долго боролись, там, по тем же самым протечкам, очень много было претензий по уборке, но в частности, просто в целом тоже. Очень долго с ними судились, там тарифы были необоснованные. В общем, по итогу, это был, по-моему, 20-й год, если не ошибаюсь, первым вариантом приходит предписание от ГЖИ, 21-го года, извиняюсь, от ГЖИ приходит предписание, что с 1 января, пожалуйста, ТСЖ имеет полное право управлять домом. Все, мы все, конечно, замешались, председатель тоже замешались, ну, первый день, как бы тоже так праздник еще совпало. Был ужасный снегопад, доходило до того, что мы тут сами тут снег чистили, ну как бы вот. И со временем потихоньку, путем проб, ошибок, там вставляли много палок в колеса, но тем не менее, путем проб и ошибок мы как-то что-то в итоге наладили. И вот сейчас уже, спустя там 3 года работы, уже есть результат, уже у нас тут все красиво, чистенько, убрано, претензий в целом нет, лифты работают, уборка производится, тариф вполне адекватный, там я считаю, там меньше 40 рублей, по-моему, за квадратный метр, это не... плюс-минус как городской, поэтому не жалеем. Ну, конечно, не всем нравится, понятное вот дело. Давай, смотри, потому что у нас так очень сладко-гладко все получается. Какие минусы? Вот жители в основном что говорят? Плохо и что? Давай, зажимать пальцы. Ну, во-первых, мне не всем нравится качество как бы, да, постройки само по себе. Изначально, как я сказал, что... Ну, к застройщику, что дом хрень. Да, к застройщику в основном. Вот. А по поводу управляющей компании, точнее, ну, у нас как ТСЖ, но в найме да. У нас есть управляющая компания, которая исполняет обязанности, да, как бы, как аутсорс. Да как и везде. Там не убрали, там бумажки творяются, ну, какие-то придирки, я считаю. Вот я как живу, с 18-го года, с 19-го года. В целом претензий нет. Когда у вас была машина, испытывали вообще проблемы с паркингом? Или вас это уже здесь не коснулось, вы уже продали к этому когда времени? Когда у нас была машина, мы жили на съемной квартире на другой стороне нашего города, за линией. И там мы снимали парковку многоуровневую. Uh-huh. Там 3000, по-моему, рублей это стоило. Uh-huh. Потом до 4 где-то дошло. Так что сюда вы приехали без машины? Да, мы уже ее продали. Здесь с парковкой напряженки не было, потому что за соседним ЖК полноценная парковка есть. Угу. Пока трудностей нет. Только зимой, когда валит снег и вот эта каша, то есть пробраться сложно. Ну тогда, с твоего позволения, небольшую зарисовочку. Когда мы сюда заезжали днем, пришлось покрутиться, повертеться. Да, места нашлись, но опять же, день рабочий. Мы ездили в Москве, знаешь, пятиэтажки. Угу. Люди ставят прицепы, забивают свои места. Иди, пожалуйста, сюда, покажи. И вот здесь стоит нечто подобное история. Когда мы это увидели, я такой думаю, ну, мне кажется, что-то мне это напоминает. Ведь этот прицепчик можно потом откатить. И посмотри, дальше прицеп стоит и так далее. А это вот все один владелец. Я, естественно, не утверждаю, что это специально сделано для парковок, потому что надо же разобраться, может, действительно, люди что-то возят. Но есть подозрение, что да, действительно, это такой некий маячок, что не надо, не надо, не лезь. При этом я у ребят спрашиваю, сколько стоит подземное место, ну, вообще паркинг, потому что здесь есть скрытые места, миллион, да, ты говоришь? Да. А еще есть наземные, когда вот ставят вот эти оранжевые заграждения. Это платные. Это тоже платно, это тоже покупается, да, такое место? А да. Ты не знаешь, сколько оно стоит? Там только, по-моему, они сдают в аренду. Скупил, на улице это стоило на момент сдачи 3000, сейчас, может, дороже. Под крышей это стоило 5000. 3000 рублей место? В аренду в месяц? Да. Вот, блин, но да? Это улица. Чувствую? Ну, все равно, нифига себе, ты приехал, у тебя всегда есть свое место за 3000 рублей. Я бы прям сразу взял. Ну, для сравнения, в Мытищах место на паркинге крытом 8000. Блин, ну вот это прям так классно, да, эффектно идет. Угу. Особенно если какой-нибудь Boeing Airbus двухэтажный полетит, мне кажется, вообще мощь такая будет. Ну, это маленький, а когда большой пролетает, Boeing, прям будешь да, такой стоит сильно, конкретный, да? Да. Но напрягает это или вы уже вот как жители просто привыкли к нему? Уже даже иногда не обращаем внимания, когда очень низко и очень большой самолет, тогда да, мы такие, о, нафига, опять полетел.
Ребят, вот еще вам интересная картина. Допустим, мы сейчас стоим на одном из верхних этажей, и вот здесь есть тоже интересная история, где люди купили квартиру в каком-то соседнем доме, на самом высоком этаже, над ними уже только чердак. В нашем доме. А, ну в вашем доме. Да. Ну вот, над ними уже только чердак. Да. И, соответственно, высота потолков высокая, чердаки высокие. Что сделал человек? Да, там высота, ну, с мой рост и чуть-чуть еще в запас. Человек покупает квартиру на верхнем этаже и решил самовольно сделать проруб на чердак и огромную площадь, сделал себе еще одну дополнительную, как будто квартиру. О, как вам? Это на самом деле мечта для некоторых. Я вот в эту авантюру бы, мне кажется, с удовольствием бы вписался бы по молодости, если бы такая возможность была бы. Но по-хорошему, конечно, это нужно все согласовывать. В принципе, это даже легально, это возможно, это нужно. Может быть, я не задавалась этим вопросом. Всех жильцов опросить, это нужно с администрацией согласовать. Короче, это нужно провести работу. Он ее не сделал, кто его поймал? Кто из, там, из у нас была вычислил? Инициативная группа, я в эту инициативную группу официально не входила, но поскольку был интерес поначалу, я тоже там присутствовала, я, собственно, своими глазами видела эту постройку, у меня даже где-то видео в телефоне есть. Ну, прикольно сделал хотя бы так вот просто. Ну, там же не видно, что внутри, видно только стена из блоков отстроена и все. Но площадь, по ощущениям, там метров, наверное, 70 вот так вот. Ребят, посмотрите, пожалуйста, сейчас просто не совсем удачно падает солнце, но кое-как вам попробуем передать. Смотрите, какая интересная картина. То есть висит знак «Кирпич, въезд запрещен». Можешь вообще прокомментировать, как это понять? Здесь что-то типа начинается с третьего этажа жилье. Как это вообще? Что это такое? В самом доме я не была, но знаю, что внизу это паркинг у них идет. Угу. Дальше подъем с нескольких, заход у них есть с нескольких разных сторон, и все это пешком. Лифт есть только с подземного паркинга, а дальше вот, дальше этажи, и люди живут. Слушай, ну, такая, да, вот такая, такие минусочки-то прослеживаются, такой свистит неплохо, и самое, что удивительно, мы просто не успели поснять, минус какой жирный, чтобы попасть сюда. Нужно подняться вот по той лестнице. Вот сейчас пенсионер, ну, одна из дядька, да. То есть прямого входа, как ваш подъезд, здесь нет, нигде нет. Это нужно карабкаться вверх, подниматься. Ну, либо, да, здесь выезд, машины выезжают. Либо вот так вот, ребенка держишь на руках и погнал, погнал, погнал. Опять же, машина сюда может заезжать, только, я так понимаю, на разгрузку, допустим. То есть, видите, своеобразный Шанхай какой-никакой, но он присутствует. Ну, и в тот же момент... Дороги узковаты, с одной стороны они широкие, но с другой стороны, в силу того, что паркинг, место такое драгоценное, здесь, видите, здесь уже вот накидывают различные полусферы, чтобы где-то можно было остановиться, не было захламления. Ну вот, я представляю, что здесь будет в пятницу зимой, когда все вернулись домой, здесь, наверное, вот это вот. Зимой один раз машину заталкивали на парковку, просто снега было по колено. То есть, короче, смотрите, как интересно, вот у них там на втором этаже, на этом пандусе, да, так назовем его, парковочная зона велосипедов, вон там, посмотрите, ребята. Вот, где елочки стоят, стоят туи, там детская площадка. То есть в этом плане круче, потому что закрытый двор, и там как раз дети могут бегать без вот этой самой картины, когда ты идешь, там слева машина поехала, справа машина поехала, вот там сейчас владелец дома частного то же самое рассказал, то, что машина ездит, люди выходят, то есть здесь это активная пешеходная зона. Потому что здесь магазин. Автомобили, да. После поездки в гости к ребятам осталось такое спорное послевкусие, если хотите. В квартире все шикарно, домик, ну, чистенький, тем не менее, вопросы к качеству постройки есть. Но вот этот, по-другому назовешь Шанхай, когда во дворе у тебя частный дом, когда вот это хаотичное, хаотично набросанные машины, вот чуть-чуть не доделали с паркингом. Ну, страшно, все равно люди ходят, машины выезжают с разных сторон, не хватает пешеходных зон. Оставляет негативные эмоции. Но в целом, конечно, если так порассуждать, посмотреть, в большинстве своем, я так подозреваю, жители этих домов довольны. При этом расположение у домов в центральной части города, рядом есть речка, рядом есть лес, живи не хочу. Про инфраструктуру и прочее даже не говорим, потому что все привезут, все есть поблизости, как правило, уезжают куда-либо, в том числе в Москву, если только уже за какими-то более крупными покупками, когда нужен больше ассортимента.
Именно поэтому всех вас я приглашаю в комментарии. Сегодня есть что обсудить. Активно вас призываю подписаться на телеграм-канал, потому что там провожу различные опросы, публикации. В общем, много интересного есть посмотреть. В том числе все социальные сети, где также выходят выпуски. Пожалуйста, подписывайтесь, если вдруг у вас подтормаживают YouTube и вы хотите смотреть, ну, как минимум, с телевизора. Жду вас на канале в следующий четверг с 12:00, где поговорим о ситуации на рынке новых автомобилей. Что нас там ждет? После 1 октября изменится утильсбор, цены растут, ставки растут. Правда ли это? Вот обо всем этом и поговорим. До новых встреч, всем пока-пока.